Друзья, в марше учится много студентов из разных городов России. Да, наша география необычайно широка, от Владивостока до Вологды и Краснодара. В магистратуре у нас примерно половина абитуриентов поступает из других регионов, в бакалавриате 20-25%. И мы этому очень рады. И хотим дать возможность с помощью марш, да, через школу прикоснуться к архитектуре, да, тем, кто живет далеко от Москвы и у кого, может быть, нет возможности другой учиться в выбранной им профессии. Вот. Именно поэтому мы запускаем онлайн-курс подготовки в марш, подготовки портфолио. Вот, для того, чтобы наши абитуриенты могли легче поступить, не надо было бы приезжать для подготовки портфолио в Москву, а можно было бы работать комфортно у себя дома, в своих городах, селах, даже отделенных от Москвы тысячами километров. Как вы знаете, в марш нет экзаменов в традиционном их понимании с билетами и ответами. Мы принимаем на основе портфолио и собеседования. Но для подготовки портфолио надо потратить определенные усилия, посвятить этому время и творческие силы. Потому что мы ожидаем от нашего абитуриента базовых художественных навыков, умение рисовать, умение работать руками, да, делать простые макеты из картона и других легких в обработке материалов. Умение немножко, да, знакомства с профессиональными навыками, такими как черчение, а также общей культуры и интереса к нашей профессии. Вот. Наш курс бакалавриата короткий, он занимает всего 3 года, и мы не можем в рамках этого курса уделить много времени базовой художественной подготовке. Вот. Поэтому для нас портфолио – это как раз возможность познакомиться с абитуриентом, с его творческим потенциалом и оценить уровень его подготовки, так как занятия архитектурой, проектирование начинаются с первого дня обучения в бакалавриате. Вот как раз на подготовку портфолио и направлен наш онлайн-курс. Да, в течение месяца вместе с нашими преподавателями, те, кто уже имеет творческие работы, те, кто уже обладает определенными художественными навыками, да, могут подготовить конкурентоспособное портфолио, отобрать эти работы, доделать то, чего нам не хватает, и собрать их в интересный, увлекательный рассказ о вашей творческой личности, чтобы мы могли увидеть и ваши увлечения, ваши стремления, да, источники вашего вдохновения, что вы любите, что не любите, на что обращаете внимание, на что нет. В конце концов, это и есть для нас главное, да, познакомиться с нашим абитуриентом, понять, хочет ли он заниматься архитектурой, может ли он заниматься архитектурой и чего ожидает от нашего курса. Мы очень надеемся на то, что благодаря онлайн-курсу подготовки портфолио у нас будет еще больше абитуриентов из таких мест, откуда к нам еще никто не приезжал. Вот. И мы хотим познакомиться с теми творческими одаренными людьми, вот, которые живут в далеких уголках нашей необъятной родины. Так что ждем вас весной на этом курсе, а летом ожидаем на наших собеседованиях, вот, чтобы в октябре начать учиться в бакалавриате и магистратуре. Спасибо, друзья. С нетерпением ждем встречи с вами.